Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy. To rozmowa z Kitem, czyli Denisem Prochorowym, dowódcą pułku imienia Kastusia Kalinowskiego, ochotniczej białoruskiej jednostki walczącej z siłami rosyjskimi w Ukrainie. Oczywiście nasza rozmowa odbyła się po rosyjsku, w związku z czym zachęcam do śledzenia napisów. Что на самом деле мы вот прошел, допустим, год войны. Вот, наше подразделение не стоит на месте, вот мы развиваемся, и за год войны мы очень сильно как зависели, так и остаемся зависимыми от поддержки волонтеров и всех тех, кто хочет нам помочь. И хотелось бы просто поблагодарить всех таких людей, в частности тебя, за то, что вы делаете. Спасибо вам большое, потому что на самом деле, ну, закрывается очень много вопросов, и работать ребятам легче намного. Наша помощь – это, в частности, дроны. Не только, но очень большой объем этой помощи – это дроны. А можешь рассказать зрителям, для чего вы их воспользуетесь, как они помогают? Такие простые, гражданские, как бы казалось, простые дроны. Дело в том, что дроны могут использоваться, ну, сперва это аэроразведка, ну, аэроразведка. Перед тем, как планируются задачи, поступают задачи на сбор информации, и дабы не рисковать людьми, отправляя по неизведанным, допустим, полям, заминированным или не заминированным, мы не знаем, в этом помогают очень сильно дроны, потому что они могут пролетать туда, где люди не могут пройти, где пройти опасно. Также такие, ну, дроны адаптируют под сбросы минимальных боеприпасов. Опять-таки, это, ну, скажем так, это вид безопасной, скажем так, такой войны с минимальными рисками для человека, но с максимальными потерями для врага. То есть мы стараемся вести такую умную современную войну, и дроны в этом плане во всех подразделениях очень делают решающую роль. Как разведка, так боевые дроны скидывают заряды, так и корректировка артиллерии и минометов тоже происходит через дроны. И, ну, сейчас, наверное, чуть ли не в каждом там каком-то минимальном отряде группы ребята используют дроны в качестве, как я уже сказал, глаз. То есть взлететь, посмотреть, не рисковать своей жизнью, посмотреть, что там происходит, и вот после этого начинать выдвигаться. Ну, это, грубо говоря, каждый дрон – это, ну, спасенная жизнь бойца. Ты на этой войне уже долго, намного раньше начал, до 24 февраля. Можешь нам рассказать, как эта война выглядела тогда, в 2000, если я хорошо помню, ты воевал в 2016 году. Что тогда было по-другому? Для меня первое отличие огромное в том, что, ну, полномасштабность, она сразу же выливается в ракетные удары. Тогда не было такого количества ракетных, да вообще никакого количества ракетных ударов, тем более, скажем так, в центр Киева, там, да, в какие-либо другие города, абсолютно не было. Авиации не было. Ну, то есть она, возможно, прифронтовая, может быть, там, в малых количествах вначале где-то использовалась. Но в таком количестве, как сейчас используется авиация, с ее интенсивностью, ну, такого не было за все то время до вот 22 года. Запрещенные боеприпасы и запрещенное вооружение, используемое сейчас Российской Федерацией, это и фосфорные бомбы, и гранаты с газом тоже запрещенные, там есть одни. То есть это все свидетельствует о том, что разница между, допустим, 16-м годом, там, 14-15-м годом и теперешним временем, сейчас они себе действительно ставили за цель
захватить полностью территорию Украины. Если тогда это была цель аннексия и захват восточных территорий, там Крыма, и они особо больше и не шли дальше. То есть не было атак в Киев, на Киев, не было атак в другие города, то сейчас мы видим, что попытки врага все-таки сводятся к тому, чтобы взять Киев. Да, и эти попытки успешно были отбиты. Понятное дело, что ценой жизни, ценой крови и пота. Но разница колоссальная в том плане, что цели Путина в 2022 году были исключительно захватить полностью Украину, уничтожив Киев и власть. Вот. В отличие от того же самого 2016 года, где речь шла о такой постепенной аннексии. Ты, насколько я знаю, воевал с первых дней. Как ты оцениваешь, Украина была готова на такое резкое повышение ставок на это вторжение? На самом деле за 8 лет в Украине в целом уровень подготовки сбройных сил Украины, ну и вообще в целом военных, он повысился, все потому что, опять-таки, постоянно был открыт Восточный фронт, постоянно нужно было участвовать в боевых действиях, постоянно нужно было готовить кадровых каких-то офицеров и давать навыки там планирования операций и так далее и тому подобное. За это время очень хорошо там, да, и, наверное, один из немногих, кто готовился очень серьезно, это был полк Азов, потому что, ну, наверное, одни из немногих, кто понимал, что все-таки что-то будет, и будет что-то масштабное, это был полк Азов. И с самого начала его создания ну, все ожидали того, что произошло в 2022 году. Это не было чем-то неожиданным. Вот. К сожалению, ну там, скажем, можно было бы сделать, ну я сейчас говорю про сбройные силы Украины и про в целом украинскую власть, можно было, на мой взгляд, там чуть-чуть подусилить, поднажать и действительно расценивать все-таки Российскую Федерацию как врага в первую очередь, а не думать о каком-то с ним разговоре о перемирии. Потому что, вот, наверное, одна из вот таких вот больших ошибок украинского правительства, скажем так, да, это была надежда на договоренности с Российской Федерацией. Вот это была действительно ошибка. И, как я уже сказал выше, что были действительно подразделения, которые понимали, что это не пройдет, что нельзя ни в коем случае договариваться с Российской Федерацией. Именно поэтому где-то, возможно, вот то, что мы видели там в Буче, да, возможно, где-то из-за вот этих вот ну, опять-таки, недооценили кровожадность России, и все это вылилось вот в такое вот последствие. Сейчас, понятное дело, риторика абсолютно другая у правительства Украины. Опять-таки, потому что Россия показывает истинное свое лицо, империализм и так далее и тому подобное. Хотя еще там с 19-го, с 18-го, там, с 16-го года, с 14-го года было, ну, на самом деле, вот мне, да, мне было понятно, что именно хочет путинский режим, да. Ну, сейчас на данный момент уже имеем, что имеем, как бы я хочу сказать, что можно было бы подготовиться, конечно, скорее всего, получше, имея данные, имея разведку, имея время на подготовку. Просто сыграло опять-таки вот это вот недооценили, что Россия действительно может это сделать. Ну и плюс политика, на самом деле здесь тоже важно подчеркнуть, политика по отношению к режиму Лукашенко со стороны Украины. Это тоже очень важный вопрос, потому что мало кто ведь ожидал, ну, понятное дело, что я ожидал, я знал, что так может быть, да, но мало кто из украинского правительства ожидал, что территории Республики Беларусь будут использованы для наступления на Киев.
Хотя вот, например, для меня это было очевидным, что так может произойти. И опять-таки, это опять-таки все-таки недооценили режим Лукашенко, недооценили режим Путина, ну и что вылилось вот в такие последствия. То, что Россия – это теперь враг, это очевидно, здесь спорить просто не с чем. Но веришь ли ты, Россия может когда-то этим врагом не быть? Что-то может по-твоему поменяться? А если так, то что должно измениться, чтобы Россия уже не была врагом? Ну, на самом деле, сейчас, ну, риторика изначально, когда вот даже 22-й год начался, да, полномасштабная война, риторика некоторых людей заключалась в том, что, мол, это виноват режим Путина, это виноват Путин, а вот на самом деле там не все россияне такие. Но со временем стало понятно, что большинство в России придерживаются двух позиций сейчас. Либо откровенно поддерживают то, что происходит сейчас, да, войну поддерживают откровенно, либо же они фальшиво ее поддерживают, боясь сказать что-то не так. То есть сейчас по факту две, другой нету, потому что ну, вот такая вот фактическая картина. И исходя из этого, вот я слушал некоторых людей, и они сказали такую фразу, что стоит забыть о той фразе, когда мы говорили, что мы воюем с режимом Путина. Сейчас мы воюем с Российской Федерацией, к сожалению. К сожалению, это так. К сожалению, люди ну, желают быть обманутыми, желают верить в неправду про нацистов, желают уничтожения украинцев и так далее. И тому подобное. К сожалению, это горькая правда. И поэтому, когда я думаю о том, может ли Россия перестать быть таким вот окончательным врагом для Украины, мне очень тяжело это представить. Я не знаю, что должно произойти. Даже полное возмещение территорий, полное возмещение там, ну, там, на протяжении долгих лет там, да, выстраивание украинского государства не вернет тех жизней, которые, ну, к сожалению, были забраны у невинного украинского народа. И, да, и поверьте, украинцы этого долго не простят. Возможно ли такое, что они простят? Не знаю. Сложно верить в это. Ну да, я был в Изюме, я много тоже видел. Кстати, вы сказали про фашистов. Вас тоже я видел в Рунете, называют фашистом, описывают ваши, например, татуировки, что у вас есть свастики, что вы служили в Азове. Что ты можешь сказать про фашизм в Азове? Я давал, да, комментарии. На самом деле, все те, кто был изначально в Азове, еще и в батальоне, тем более в полку, ну, там, за полк давайте я не буду говорить, потому что, ну, я уже на тот момент, ну, там, уже где-то в 16-м в осенью ушел, да, тогда уже был полк, но все-таки я находился не в том статусе, чтобы сейчас говорить за подразделение именно как полк Азов. Я могу сказать внутренние отношения, как это проявлялось и как я видел это лично, там, да, что стоит понимать, что окружение, с которого формировался батальон Азов, это были, ну, с большего фанаты, да, у которых, понятное дело, много чего там набито, разные татуировки и так далее и тому подобное. С большего это были слухи. Почему? Потому что я лично видел, какое отношение у командования этого подразделения было к подобным моментам. Оно было крайне негативным. Ну, то есть, стоит понимать, что я слышал неоднократно разные замечания по поводу того или иного, там, ну, той или иной татуировки или той или иной выходки. То есть, бойцам прилетало очень сильно за какие-то вот такие похожие, ну, там, какие-то выходки, которые выливались в интернет.
И ведь идея Азова, она основывалась и основывается до сих пор на идее украинской нации. У них и символ, в принципе, из двух букв «идея нации», которые все ассоциировали с волчьим крюком. То есть, понимаете, многие были недовольны этими символами и много чем до Азовстали. Когда Азовсталь произошла, и всему миру полк Азов доказал, что их идея – это идея свободной Украины, и они готовы сражаться за украинцев, и что их идея – это идея украинской нации. Да, они готовы в первую очередь защищаться. В этот момент, насколько мне известно, там поснимали все вот эти запреты символик во всех соцсетях, там, да, потому что мир наконец-таки понял, что за все это время полк Азов в целом, да, и бывшие азовцы готовились ради одной цели, ради обороны собственного народа, собственной Украины, там, да, своих территориальных целостностей, да, вот к этому они готовились. Мои, вот если мы говорим про меня, у меня нету ни одного, ну, ни одной татуировки, которая могла бы сказать про меня, что я фашист. У меня есть руны, у меня есть белорусские орнаменты, вот, и у меня есть языческие символы. Это правда про языческие символы. Я говорил, я не скрываю этого, мне симпатична скандинавская мифология, мне симпатично язычество. Я этого не скрываю. Но исходя из этого, меня ни в коем случае нельзя называть нацистом. То есть все те, кто меня знают, могут это подтвердить, и я думаю, с этим проблем не должно. То есть, понимаете, тут суть в том, что тот, кто хочет докопаться и зацепиться, он будет использовать максимальные какие-то вот эти все моменты, чтобы докопаться. Так и для Азова. Пытались выцепить какие-то кадры, где-то что-то, вырезки, чтобы уничтожать их репутацию. По факту Азов взял и доказал, что их идея – это идея Украины, не больше. Как мы заговорили про цели, это понятно, что украинцы обороняются, вы им помогаете, но ваша цель другая. Не только оборона Украины, это половина пути дальше. Как вы открыто говорите, хотели бы свободной Беларуси, но здесь появляется вопрос, какая будет ваша Беларусь? Как вы бы хотели, чтобы выглядело будущее этой страны? Например, представляете ли вы Беларусь в НАТО и ЕС? Да, совершенно точно. Видение нашего подразделения Беларуси – это демократическое государство, которое, конечно же, хотелось бы, чтобы оно было в НАТО, в Евросоюзе, и развивалось, а не деградировало вместе с постсоветскими государствами. Мы хотим, чтобы Беларусь, которая находится в центре, в сердце Европы, была европейской, демократической страной со свободными выборами, возможно, там, с парламентской республикой какой-то, да, парламентско-президентской республикой, да. Но самый главный посыл в том, что это должно быть демократическое государство, которое нацелено на развитие, а не на деградацию и уход вот в эти постсоветские, а раньше было лучше, да, то есть. Но мне после 2020 года мне уже кажется, что общество Беларуси просто готово к этому, но все-таки не удалось тогда. Ты думаешь, что вы можете стать фактором, который изменит ситуацию, например, после войны, если вы, скажем, начнете принимать активные действия в стране, ты думаешь, что люди пойдут за вами? Я сейчас скажу, наверное, даже не свое мнение, а я скажу мнение людей, которые приезжают к нам до сих пор, да, то есть у нас мобилизационный потенциал еще идет, и ребята приезжают, я с ними общаюсь, и мне люди говорят, которые вот недавно поприезжали, говорят, что в Беларуси
Все вас ждут, все на вас надеются. Белорусы не видят, ну, это не мои слова, белорусы не видят другой надежды, кроме вас. И просят очень сильно там держаться, там, как бы сильно сложно не было, стараться дойти до конца. Сама идея свободной Беларуси – это то, что держит наше подразделение вот в таком кулаке. Потому что, ну, за время там вот, да, за время всей войны, понятное дело, что случается много тяжелых моментов. И ребята отдают свои жизни, да, и ранения получают, и много-много-много работы. Но всех нас объединяет и сдерживает одна глобальная, важная для нас цель. Это конечный результат, свободные выборы в Беларуси, вот, без режима Лукашенко. Мы хотим этого добиться. И вот очень часто я слышу о том, что ребята, держитесь, на вас вот прям вся надежда. Белорусы молятся за вас, там, белорусы надеются на вас, и все следят за вами, и все знают про ваше существование. А ты лично, ты, в общем-то, молодой человек. Я даже был немножко удивлен, насколько молодой. И большинство твоей взрослой жизни ты воюешь, а когда это все закончится, что ты бы хотел в этой свободной Белоруссии сделать просто для себя лично? Ну, если не глобальные какие-то там цели, если мы не говорим про работу, я очень давно не был в Беларуси, и я бы посетил те места, которые очень часто всплывают у меня в голове. Это улица Калиновского, где я родился. Может быть, ну, мало кто знает, что я родился на улице Калиновского. Вот. Посетил бы все районы, где я проживал, посетил бы свои школы, учебные заведения, где я был. Вот. Я просто очень сильно этого хочу, потому что, ну, мне часто снится Беларусь. Вот. Это вот просто минимум, который бы я сделал после того, как что-то было, ну, такое более-менее устаканилось бы все, да, успокоилось бы после того, как все произошло. Понятное дело, что в первое время, когда мы будем стремиться к вот этим всем нашим планам, будет очень много работы. Мы будем все заняты, и это будет титанический труд, титанические усилия, и, ну, нужно будет постараться для того, чтобы потом можно было со спокойным сердцем, со спокойной душой, как я уже сказал, пройтись по всем этим моим родным местам. Но для этого нужно очень сильно много, усердно работать. Вот. Я уже отвечал, там мне как-то задавали вопросы такие по поводу того, кем я вижу себя там в Новой Беларуси. Ну, это сложные для меня вопросы, потому что я не стремлюсь к чему-то, что связано с властью. Я отвечу так, что я буду стараться делать все, чтобы дальше Беларусь развивалась и процветала. Я буду находиться там и делать то, что будет направлять Беларусь на дальнейшее ее развитие. Вот. Я хочу этого делать. То есть в Беларуси мой путь не закончится. Я не остановлюсь и не скажу: так, все, хватит, добились цели, все, теперь я там, все, отстаньте от меня, типа, я ничего не буду делать. Нет. Дальше тоже буду стараться вот, двигаться в ключе развития Беларуси, вот, свободной, демократической, независимой, там, Евросоюз, НАТО, то есть стараться все вот это вот, пытаться помогать к этому. Я думаю, что тогда тоже будем вам помогать, потому что свободная, демократическая Беларусь, наш сосед, это важно тоже для нас всех, дорогие зрители. Спасибо тебе большое за разговор. И спасибо за все, что вы делаете. И вам спасибо, и спасибо всем, кто помогает нам.